больница Ватутина в Химках. Недавно здесь появились рабочие, завезли технику, установили информационный щит. Планируется здесь застройка массовая. Элитный жилой комплекс «Речной» рассчитан на 1200 квартир. Первое время недовольны были только родители школьников. Стройка будет вестись буквально в 50 метрах от школы. При этом в учебное время. Но потом все заметили, что копают не на пустыре, как указано в проекте, а прямо на берегу канала имени Москвы. Хотя по закону набережная является санитарной и водоохранной зоной. Вот вода. И как здесь можно поставить 33-этажный дом, мне абсолютно непонятно. Экологи напомнили, в 150 метрах от берега никаких работ проводить нельзя. Воду из канала пьет половина столицы и сам город Химки. Нарушение второго пояса зоны санитарной охраны – источников питьевого снабжения города Москвы. Эти зоны были установлены еще в советское время с целью защиты источников питьевого снабжения от возможных загрязнений. В городской администрации подтвердили, что действительно выдали компании «Инфинити» разрешение на возведение жилого комплекса. Но строить его должны не у самой воды, а на некотором удалении. А набережную компания должна за свой счет превратить в зону отдыха для жителей. 400 метров данная набережная будет иметь. Появится благоустроенная набережная вдоль канала имени Москвы, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Все это будет облагорожено, даст возможность людям с удобством проводить время на воде. Обещают проследить, чтобы застройщик закон не нарушал, но пока рабочие продолжают вести работы в водоохранной зоне, а риэлторы водят покупателей по берегу, показывают красочные буклеты, как будет выглядеть будущий дом с видом на акваторию канала, уговаривают поспешить, цены растут. Меня интересует сумма, цена. Так, что именно вас интересует? Однокомнатная квартира. Однокомнатные квартиры 35 квадратов идут от 3-4 миллиона. Но никаких документов, разрешающих застройку берега, риэлторы показать не могут. И не хотят сказать, где находится офис компании «Инфинити», от имени которой предлагают заключить договор на покупку квартиры. На данный момент конкретно у меня сейчас никакой документации нет. Есть все в разделе документации на сайте компании? Нет. Сейчас продается воздух. Сейчас там нет ни одного документа. Горожане просят, чтобы в дело вмешалась прокуратура. По словам экологов, отходы со стройки в любой момент могут попасть в канал имени Москвы и оставить без питьевой воды столицу и город Химки.